Всем привет! Сегодня вяжем интересный узор. Схему и полное описание этого пуловера я оставлю в ВКонтакте. Там получается тушка пуловера связана крючком, а рукава спицами. И еще, пожалуйста, никто не обижайтесь, я не вяжу большие вещи, я просто показываю интересные узоры. Ну, вот и я сама по себе. Ну, вот бывает так, что я не могу разобраться. Дай Бог здоровья тем людям, которые это понимают и показывают, рассказывают точно, как. Вот я вот разобралась, теперь рассказываю вам. Раппорт узора. Две петли на три ряда. Для примера нам надо набрать 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да? Набрали. Держим петельку и набираем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь 3 петли мы не трогаем, так как это у нас 3 петли подъема. А ту петельку, которую мы держали, мы ее не трогаем, мы заходим в следующую, получается в десятую. И вот в десятую мы провязываем столбик с накидом. Набираем на крючок ниточку и возвращаемся в одиннадцатую петлю. Вот сюда, ну в первую. И провязываем еще один столбик с накидом. У нас получился такой вот крестик. И таким узором мы вяжем до конца ряда. Мы пропускаем, получается, у нас вот эту петельку мы уже провязали. Вот эту петельку мы оставляем пока. Заходим. Давайте рассчитаем. Первая, вторая, первая, вторая. Чтобы легче было нам, чтобы не перепутать. Вот теперь в первую мы не заходим, заходим во вторую. Провязываем столбик с накидом. Возвращаемся назад. И провязываем еще один столбик с накидом. Тем самым мы делаем крестики. Перекрещивание. Давайте вот назовем перекрещивание. Первую не входим, входим во вторую. Провязываем. Возвращаемся назад в первую и провязываем в первую. Вот так. Это изнанка. Это лицо. Теперь в первую не заходим, заходим во вторую. Вывязываем столбик с накидом, возвращаемся в первый столбик и провязываем столбик с накидом. Опять у нас та же самая история. Вот осталось 3 петли. Во вторую мы входим. Вывязываем столбик с накидом, возвращаемся назад, вывязываем столбик с накидом. И у нас получается вот такая красота. Из 11 петель у нас получается 5 скрещенных групп. 5 групп скрещенных столбиков. В последнюю петлю мы провязываем одиночный столбик с накидом для выравнивания края. Первый ряд закончили. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. И теперь смотрите как. Нам надо провязать 2 рельефных столбика. В первый столбик предыдущего ряда. Вот смотрите, у нас теперь первый столбик-то считается вот этот. Да, вот этот. Мы же первый вязали. Когда мы переворачиваем, он у нас становится вторым. То есть мы первый пропускаем, ну второй, запутала, да? Здесь у нас это первый столбик, это второй. Переворачиваем, тут становится второй и первый. Вот в первый столбик нам надо провязать 2 рельефных столбика за переднюю стеночку. Один столбик с накидом. И второй столбик с накидом туда же. Вот так.
Еще раз. Первый столбик мы пропускаем. Это с этой стороны он первый. А с этой стороны он второй. Потому что мы первый провязали из второй петли. Вот. Первый мы пропускаем. И отсюда вот из второго мы вывязываем два рельефных столбика. Один. Два. Вот так. Далее. Столбик пропускаем, заходим во второй и провязываем два столбика рельефных, два столбика с накидом рельефных. Вот так. Следующий. Вывязываем два рельефных столбика с накидом. Вот так. Ну, у нас как красиво получается переворачивать. Я думаю, что если связать крючком побольше, это вот у меня четверочка, то будет очень объемно и красиво, как на фотографии. Я оставлю фотографию ВКонтакте, посмотрите. Смотрите, первый пропускаем, заходим под второй с лицевой стороны. Ну, с той стороны, которую мы вяжем. Один столбик провязали, второй. Вот так. И по схеме получается, нам ничего здесь сзади не надо провязывать. Не соединить, ни столбик с накидом вот сюда, ничего. По схеме посмотрите. И сразу отсюда мы начинаем 3 воздушные петли. Это второй ряд. Переворачиваем работу. И повторяем первый ряд. А это как? А это так. Мы, значит, в первую петлю не входим, а входим во вторую. И вывязываем столбик с накидом. Возвращаемся назад и вывязываем в первую петлю столбик с накидом. У нас опять получился крестик. Здесь то же самое. Вот они два столбика. Вы теперь и не заблудитесь. Вот они две петельки. Вот мы вот в эту сейчас пропускаем, вот в эту входим. Вывязываем столбик с накидом. Возвращаемся назад. Вывязываем столбик с накидом. У нас получился опять такой красивый элемент. Теперь в первую петлю не заходим, заходим во вторую. Вывязываем столбик с накидом, возвращаемся назад и вывязываем еще один столбик с накидом. Готово. Еще давайте в эту петлю не входим, входим в эту. Провязываем столбик с накидом, возвращаемся назад и вывязываем столбик с накидом. Вот так. Далее мы заходим во вторую петлю, вывязываем столбик с накидом, теперь в первую. Из 11 петель у нас получается 5 групп. И когда мы вяжем вот этот скрещивание, то в конце ряда мы всегда вяжем столбик с накидом в третью петлю. 1, 2, 3. Ну, чтобы у нас край был ровный. Мы связали третий ряд. По схеме это все. Интересно такое. Давайте вот еще раз попробуем. Получается, нам сейчас надо набрать 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. И первый столбик мы оставляем, а вывязываем во второй 2 рельефных столбика с накидом. 1, 2.
Заходим в следующую группу. Первый столбик не трогаем, а во второй 1, 2. Теперь в следующую. Первый столбик не трогаем, а заходим под второй. 1, 2. Еще раз повторяю схему. Фото, мото. И саму выкройку, как это вот этот полувер вяжется, я оставлю ВКонтакте. Пользуйтесь, девочки. А потом можете прислать свои работы. Я сделаю слайд-шоу. Будем хвастаться золотыми ручками. Вот во второй зашли и провязали 2 рельефных столбика. Вот. И в конце этого ряда мы ничего не делаем. Мы сразу делаем 3 воздушные петли. И вывязываем первый ряд. Это изнанка у нас получается. Такая. А это лицо. Такой интересный. Необычный. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пожалуйста, чтобы я знала, что вам интересно, что вам понравилось. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Делитесь с друзьями. Пишите комментарии, пожалуйста. А пока-пока!